Всем привет. Привет. Угадайте, куда мы идем с Валюшей. Валюша, надо же статьи сделать, подборку проверить. Да, Валюша моя теперь пишет статьи в этом, в Яндекс.Дзен. И там она будет про Fix Price писать. И не только. Так что, если не забуду, ставлю ссылку на Яндекс.Дзен. Хотя, мне кажется, что мои подписчики не любят читать статьи. Легче видео посмотреть. Читать. Я там пишу там в полях, но мне кажется, легче видео посмотреть, чем это, чем читать статьи всякие. Ой. Да. А мы уже подходим. Вот он, наш Fix Price подвальный. Я думаю, сейчас там будет жарко очень. О! Обзор полочек из Fix Price. О, какие новинки здесь. Вот тут уже все для влюбленных, Валюша. Что тебе нравится? Шарики. Шарики? А мне нравятся кружки. Вот эта кружка самая путевая. 99 рублей. Да, ну это не такая. Да, кружка хамелеон. О, любовь. О, за 199 рублей вообще игрушек полно. Есть кухня даже, да, за 199. Есть подводная лодка за 199. Есть танк. Ой, кстати, смотри. Помнишь, раньше были египетские пирамиды? А теперь здесь щит. Интересно, что там внутри. А, внутри солдатик. То есть здесь можно внутри солдатика найти. А внутри вот этой штуки можно найти... А, алмаз. О, еще Барби есть. Что-то похоже. Аврора. Охранник прям ходит за нами, пипец. Просто стоит за спиной, да, Валя? А, во, вот эту игру Сафронова говорил, прикольно. Сказал, вообще классно. Это типа как эти пингвинята были, помните? А теперь пчелка. Лягушки у нас такие есть, только теперь это обезьянки. Ой, это что за игра? Баланс какой-то. А, это нужно балансировать, типа и шарик, чтобы вылез из лабиринта. Потом Карибский шторм какая-то игруха. Даже не знаю, что это. А вот Карибский шторм. Тут еще джипы. О, еще, Валь, смотри, какие штуки появились. Помнишь, мы такие подарили кому-то, даже нашим друзьям? Только мы дарили аккумуляторную, там можно было аккумулятором раскручивать машину. Валюш, как тебе эти светильнички? Это же светильники? Мне кажется, фигня, кушка. А, нет, не светильники. Это вообще непонятно, что. Просто декоративная штуковина. Так, а мы сегодня особо фигни не будем брать. Возьмем то, что нужно. О, можно пеленки взять, у нас уже кончаются, да? Валя, у нас же пеленки кончаются. А, ты фоткаешь эти. Ну, вот это вообще классно. 77 рублей стоит. Угу. Да, на один из всех влюбленных вообще. А, она металлическая. Да. Нифига себе. А я бы своей любимой подарил бы такую штуку, фотки бы наши распечатал, вставил бы такую рамочку. 99 рублей. А еще и смотри, какие малюсенькие вообще. О, похоже на бачок от унитаза. Не, ну правда. Еще есть вот какие шкатулки, смотри. О, они тяжелые, Валь. Ну, прям это как из камня сделано. Ну, скорее всего, это гипс. Короче, из гипса есть вот такие. О, смотри, они должны гореть, а тут ангелочек валяется. То есть такие шарики, которые горят. Что это? Это фотоальбом. Фотоальбом такой? Да. Ну-ка убери. Посмотрите, мне вот этот больше нравится, который коричневый. 99 рублей. Вот этот классный. Да, это фотоальбом. Он такой толстый. Интересно, сколько там страниц. 20 листов. О, 20 листов написано. Ой, я Валюше такое сердце дарил как-то. Да, прикинь, вот такое. У нас есть. И даже смотри, свечки в виде сердца, Валь. И еще вырасти любовь. Это вот такую штуку мы делали уже в том году. Марики баночки. Вот самый лучший подарок. А мы с Валюшей коллекционируем 200 рублей. Жалко, 200 рублей нет. То есть 2000 вот такие банки. Металлические. Такая, что такое? Ой, посмотри-ка, шкатулочка прикольная. Зимняя. Да-да-да, мы такую выращивали в том году, забыла. Вот, Валь, что мне нравится, смотри. Вот эта вещь. У нас, конечно, очень много фоток, и от них надо избавляться. Но вот можно взять вот такую штуку, рамку за 200 рублей. И прищепки, на прищепки вешать фотки. И тут еще, о! О, 99 рублей, горшочки. Горшок для цветов 1,5 литра. Тоже новинка. Ну,
Посмотри, какие часы, как будто бы луна. Четкие. А, вот эти уже 200 рублей, смотрите, у них механизм есть. Но я думаю, вряд ли этот механизм крутится, даже за 200 рублей. Ну, типа, они такие супер декоративные. Так, Валюша, ты что сфоткала? Ну, это типа новинки, то, что сейчас прямо распродают. А, ну-ка влево еще раз. Это что такое, это мыльные эти лепестки? Мыльные розочки. А, то есть можно руки мыть? Да, и это тоже. Полотенчик, слишком прикольный. Да. Прикольный. Валюша будет делать. О, Perfect Fit берем нашим кошкам. Нифига себе, вы только посмотрите на эту великолепную акустическую систему за 200 рублей. Вот это да. Проекционный светильник-ночник. 99 рублей. Но я думаю, это вообще фигня полная, скорее всего. А, да, вон крышки есть. Они от этого. Вот эти самые крутые, вот эти контейнеры. Вот надо такое взять, вот, чтобы бабочек выращивать. Да, вот он. Не выращивать, а прятать на ночь. Да. Мы же бабочек выращиваем, мы их на ночь хотим убирать в коробку. Нам нужна крышка. Смотрите, взяли контейнер с крышкой. Крышка стоит отдельно 55 рублей. И контейнер 99 рублей. И тут бабочек будем хранить на ночь, чтобы кошки их не съели. И вот такой контейнер на колесиках за 199 рублей. Он вообще огромный. А сколько литров там не написано? L. Что-то не написано, сколько литров. Помните этих роботов? На них снимал обзор. И они теперь вообще разных цветов бывают. Раньше было мало цветов, сейчас очень много. И вот эта игруха прикольная. Помните, в нашем детстве, ну, СССР, была такая игра, когда два боксера били друг друга по голове. И вот это тоже прикольно. Я смотрел обзоры других блогеров, сам не покупал. Короче, можно брать эту штуку. Вроде отзывы хорошие. Вот эту каркушу не надо брать, она фигня. Вот это еще не видел обзоров ни разу на эту штуку. Так. А, ну игра операция. У нас такая операция, только большая. И причем мы ее брали за 1300, да, операцию большую. А это поменьше и стоит сколько она? 199, наверное, не написано. И бластеры. Вот бластеры в фикс прайсе удачные. Помните игру «Бегемотики», а тут это? Голодные динозавры. Да? Прикольная штука, да. А, ну вот это, помнишь, мы рогатку взяли в Галамарте? А тут можно вот только такую... Зачерпнул ее. Напоминает вот эти ходят на такие. А зверье покупал такую штуку, смотрел зверье сыну. Говорит, нормально, работает. Посмотри, какая новинка. Они, короче, уже все делают. Уже есть и солдат, который ползает, и машинка, и робот, и девочка. А теперь еще скейтбордист, который тоже ездит. Вращается на 360 градусов. При столкновении с предметом меняет направление движения. Ну, короче, так же, как и остальные машинки, которые за 199 рублей. Юг. Нет, ей это не надо. Пусть играет, ей нужно звук. Валя хочет Мелани купить вот эту штуку. Да. Ну, Валя, не надо, ну это фигня. Это все фигня. Вот солдат лучший то, который ползает. Сафрон сказал прикольный. Где? Солдат этот. Что он делает? Просто ползает. А вот это лизуны жуки, у меня тоже были такие, я делал обзор. Видео называется «Все лизуны из Курска». Они просто ползают медленно вниз по стене. Йоу-йоу-йоу, автомобильная вешалка за 199 рублей. Вот так она выглядит, смотрите, вешается. И можно туда какие-нибудь пиджаки вешать. Смотрите, уже гладильная доска есть даже. 199 рублей. Гладильная доска для детей. Наша Милана что-то не особо склонна к уборке. Я знаю, есть девочки, которые любят пылесосить, там вот это все делать. Милана у нас это не занимает. Да фигня это. Эти барабаны фигня, Сафронос тоже фигня. Сдал такой нерф, смотрите. Нерф из фикс-прайса за 200 рублей стреляет мягкими патронами. Многозарядный. Корабль тоже фигня у нас есть, он тонет. И потом после того, как он тонет, батарейки все замыкает и не работает. Новый малыш. Смотрите, новый мягкий малыш. Я такое ощущение, что по голове ударили очень сильно. Чуть-чуть оно сплющит-то. Хотя у некоторых есть такой череп. Валюш, одень капюшон ему. А он еще и косой. А вот он с капюшонами. Ну, старый малыш был более злостный, а вот он. Ну-ка возьми его, Валь, покажи разницу. А, ну да, это уже такой подросток, да, малыш? Не подросток, а этот подросток. Совсем малыш. Кстати, очень крутая гитара. Тоже 200 рублей. А, нет, 99 рублей, кстати, его. Это можно барабанную установку купить, гитару, если у вас два сына. И будет у них этот симбиоз музыкальный. Воу, конструктор какой. Это Power Rangers, какой-то тигр. Go-go Power Rangers. Смотрите, приятно удивлен. 99 рублей, фейри, большая бутылка. Это сколько, литровая? 90 миллилитров. 900. Да, в два раза больше. Еще снеговичком. Вообще тут много фикс-прайс пилс брендов. Смотрите, тут теперь Мистер Пропер продается, Доместос.
Раньше тут были только всякие ноунеймы. О, кстати, для чистки трупа всегда беру вот этот Homestar. Он нормально чистит трубы, советую. Может, можно брать. Вон даже персил гель есть за 199 рублей. Как хорошо, когда никого нету, да, Валюш? Красота. И наши любимые туалетные бумага и полотенца. Кстати, в глобусе не 90, такая же туалетная бумага папе стоит 130 рублей по акции, а здесь 99. Так что вот так. Папе дешевле, чем в фикс-прайсе, нигде не купить. А вот силиконовые коврики вот эти прогорают. Вот у меня друзья многие покупали, все жаловались, что... Ну, конечно, раз 10 им можно попользоваться, но раз 11-12 уже начинает прогорать. Хотя у меня он как новенький, потому что я готовил два раза всего. Вау, какие зимние кашемировые колготочки, гигант. 70 ден, да? Нет, 70 ден вот эти, а вот эти... Вот эти вообще непонятно какого размера. То есть размер-то понятно, но непонятно сколько ден. Смотрите, какая милота с пчелкой. Толстовка для девочек, 32 размер. Милане как раз подойдет. Милане 30, по-моему. Милан похож. Где? А, да, на Милану похож, кстати, да. Ну смотри, вот, Валюша, тебе ж. Я сейчас веду показать тебе колготки новые. Выбирай. Не то, что в глобусе цены там по 200 рублей обычные. На это кашемир. Хотя тут тоже есть Омса за 199 рублей. В глобусе также стоит. Ну и посудка. О, красота. И вот такая есть. А еще есть вот такая. 99 рублей. А, смотрите, есть лебедь. Еще есть медвежата. О, медвежатки вот такие. Еще есть мальчик с девочкой. Вот они. О, вот они, вот они, вот они. Ну, во, нам все советуют эти плюшки покупать. У нас горку залили. На них, говорят, вообще круто летать. Хорошо ездят. Надо взять. О, Валюша. Что это за китайский крем для рук? Сенсей? Сенсой, прям как этот, соевый соус. Про дело Татарстан, Казань. Че, про что ты будешь статью писать? Ну, про косметику и про паучки фикс-прайс. То есть ты будешь отдельно про косметику писать? Да. А теперь погнали посмотрим на фоточки, потому что я немного ленивая жопа. И видео... Ну, вообще-то видео мне надоело снимать, потому что охранник ходил, постоянно заглядывал мне в камеру прямо. Ну, это просто жесть. То есть меня в фикс-прайсе вообще вот эти продавцы знают. Они никак ко мне не пристают. Но вот охранники вот эти, которые новые... А это просто жесть, он прям ходил, смотрел, что я снимаю, мне прям так оказалось, сейчас он скажет мне, типа, эй, нельзя снимать, и мне придется снимать, разбираться, типа, то, что можно снимать по закону, снимать-то можно в магазинах, тем более товар, я ж людей там других не снимаю, короче, ладно, не будем об этом. Вот это фоточки Валюши, которые я сделала, кстати, зацените у Валюши, как телефон хорошо снимает, мне прям нравится, Honor 9 у нее, по-моему. Надо себе... У меня 8-й, но он снимает так себе. Надо вот мы думаем, может, в этом году или в следующем перейдем уже на новые модели. Прям вообще класс. Так, свечечки. Свечечки. Хорошие свечечки. Да, все эти фотки Валя сделала на телефон. Наверное, будет про это писать статью в Яндекс.Дзен. Поэтому я эти фотки особо комментировать не буду. Интересно мне, что она сама напишет. А то сейчас посмотрит мои видео и все. Все идеи у меня и шуточки украдет. Шутка. Так, кружки эти. Вот эти мыльные эти розы. Но, не знаю, женщинам вам нравится, когда вам дарят мыльные розы? Мне кажется, все мужики их покупают, но вы ими не пользуетесь. Но я не знаю, напишите ваше мнение. О, вот этот медведь, он говорит, я тебя люблю по-английски, по-моему, классный медведь. Вот этого медведя можно брать, только он, по-моему, стоит 200 рублей. Барабанную установку я отговорил Валю покупать, потому что это серьезная фигня. Ферри. Ферри хороша. Вот Ферри брать можно. Мистер Пропер всех пропер. Эй-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Большие прописи. Это, по-моему, Милане купили, но сейчас это будет сейчас будет дальше продолжение. Я покажу, что мы купили. Большая раскраска. Вот Олаф. Как же меня бесит Олаф. Я вообще ненавижу Гуфи, Олафа. Вот такие, знаете, герои, которые слишком рассеянные, из-за которых проблемы, из-за которых строится сюжет. Но это... Не, он так, конечно, прикольный. Ага, пошла косметика. Вот этот соевый соус, про который я говорил. Но он называется не сенсой, конечно. Но напоминает, прям смотрите, прям как будто бы сенсой. Знаете, это самый знаменитый соевый соус, который везде продается. Гиалурон, что за гиалурон? Надеюсь, Валя это не купила. О, вот это Валя купила, обалденная штука. Прям аквамарис, прям супер. Вообще. Моршковый крем, витамин для рук. Глубокое увлажнение, по-моему, у нас была эта фирма. О, банки с медом. Вот на этом медика я поел бы. Сейчас пойду поем. Банка с улитками. Улиток, нет, я бы не стал бы есть улиток. Крем для лица. О, авокадо.
Кстати, я не люблю авокадо. Кто любит авокадо? Ну, это я, видите, не комментирую особо эти банки, потому что это Валя лучше разбирается, она пускай об этом пишет. О, вот эта картинка вообще стрёмно выглядит, ужас. Это мы уже на кассе увидели, чеки для любимой, типа, я обещаю тебе любить. Ну, как говорится, обещать не это самое, не мешки ворочать, поэтому погнали смотреть дальше. Мужу дома, давайте покажу, что купили. Купил целую коллекцию лизунов, все лизуны из Fix Price. Будет это видео 2019. Это банки, это и тотик, это мороженое, это лунат, это мишка, это ананас. Ананас? Да, это купил. Так, Мелофону купили. Большая раскраска три кота. Потом пишем по клеточкам и точкам. У нас Милана очень плохо говорит, мы с ней занимаемся активно. Но писать она уже умеет, так что... Вот так. Большая раскраска. Это Валюш. Купила Валюш, что это такое? Аквабаланс. Типа Аквамарис? Это и есть Аквамарис. А, понятно. Пеленки взял. Кошкам подстилать под лоток. Потом кошачий корм. Валюша взяла вот такие штуки, да? Шарики. Шарики в виде сердца. Это мы всегда берем на кухню посуду сушить. Очень крутая штука, всем советую. И Валюша взяла, блин, опять взяла пасту поганую. Мне она не нравится, но Валя вот взяла ее. Потом лотки взяли, один за 200 рублей, самый большой, плохо, что у него крышек нет в фикс-прайсе. И один маленький с крышкой. Сам лоток стоит 99 и крышка 55 у него. Еще кататься. Ага, можно кататься. О, Мял, мы тебя катать взял. И у нас на районе все дети ездят на вот этих плюшках. Взяли плюшку вот эту за 200 рублей. Очень крутая. Ну вот и все наши покупочки на сегодня. Будем в эти выходные елку разбирать. А вы ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Нажмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Еще будет очень много всего интересного. Всем спасибо за внимание. И посмотрите два видео, которые вы сейчас видите на своих экранах. Пока! И а!